Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Вчера я пересадил цыплят, перепелят во взрослые клетки. Им 21 день вчера было, сегодня 22. И знаете, какая проблема? Дело в том, что вот эти птицы не хотят пить из непелей. С этими никакой проблемы нет. Вчера их научил, сегодня с утра худо-бедно одни пьют. С этими я борюсь уже целый день. С утра пришел, вижу, что что-то не так. Поставил вот такие баклажки. Вот. Очень удобные штуки. Кстати, хочу делать обзор на эти вот тарелочки для клеток. Очень прекрасные они используются для клеток. Значит, что? Поставил я сначала вовнутрь, так они купаются там. Сейчас убрал и пою птицу хотя бы вот так, но пришлось убирать кормушку. Пьют, пока сейчас попьют, потом опять поставлю поесть, потому что голодать нам нельзя, нам всего лишь 3 недели. Нельзя голодать, нельзя, чтобы не было воды. Вот такая вот беда. Как научить их пить воду, я, честно говоря, не знаю, потому что меня уже они достали. Это реально их не тупость, если сравнивать с белым вот этим вот гигантом. Показал, и все нормально. Кстати, я в свое время не мог никак понять вот эти вопросы, как научить перепелов пить воду из непелей. Никогда такой проблемы у меня не существовало, потому что я всегда держу Техаса. О, Техас какой страшный. Техасы, фениксы, фараоны, манжуры. Короче, миксы. Страшные миксы. Вот такое вот есть слово миксы. Тупиковая ветка. Грамм по 300, по 350 птица. То есть, вот такие вот. Они, конечно, большенькие, но все равно не очень хорошо. Хочется других результатов. Короче, вот эти результаты, будем ждать от них результатов. Я к чему? Я к тому, что, значит, опять же, смотрите за этой птицей, вот за фараоном, он сбивается в кучи, мерзнет. Здесь у нас 20-23 градуса, птица мерзнет. Но это, в принципе, нормально. На 50, на 40-60 грамм разница по весу средняя у этой птицы. Это как бы не сильно мерзнет, вот она спокойно лежит. Немного, конечно, есть такое, что она сбивается, но мы опять же сейчас открыли дверь, немножко попрохладнее. Это мерзнет реально, то есть утром я пришел, ей холодно, она сбивается в кучу, она не пьет. Может, конечно, она не испытывает жажды, чтобы пить, но я когда воду дал, она с радостью начала пить. Вот эту баклажку, по-моему, 4-ю я уже наливаю. Сейчас надо поставить покушать. Я о чем? Я хотел спросить у вас вашего мнения, ваши советы, идеи, как научить вот этих вот бестолковых фараончиков пить с непелей. Значит, сейчас я делаю что? Я вот этих вот старых птичек, которые знают, как пить с непелей, сажаю сюда, чтобы старая птица научила молодую птицу. Потому что если с Техасом, я как делаю? Значит, я сажаю, часа через 2, через 3, как посадил птицу, начинает испытывать жажду, ей хочется пить, то есть она привыкла всегда пить, а тут 3 часа она не пила. Она испытывает жажду, тогда я, значит, пальцем бью по ниппелю, птица заинтересовывается звуком, этим ниппелем, этой блестяшкой, каплями воды, и она спивает воду. Если 2-3 птицы попили с ниппеля вот, при моем участии, то все остальные, стадное чувство, делай как я, делай лучше меня, они все пьют. С этими не получается. Пьет с пальца, пьет с ниппеля, но дальше дело не идет. Делай лучше меня, у них не работает, да? А стадное какое-то чувство у них не развито. Я не понимаю, почему они не пьют, поэтому теперь я понимаю эти комментарии, вопросы по поводу научите наших птичек пить воду из непелей. Это, конечно, реально туго-туго, потому что вот сейчас, казалось бы, я должен вздохнуть, что птицу перевел во взрослые клетки. Эти все в полном автомате, все прекрасно. Кстати, лампочка вот эта у меня стоит здесь всегда. Это 5 ватт, 6, 4000 кельвинов, белый свет.
ни синий, ни желтый, белый свет, 5 ватт, вот на это помещение. Белые стены, здесь как бы вот сейчас свет, это для записи видео. Все, они там пьют, в данный момент идет как бы там давка у непелей. Они пить хотят, просто они еще не научились нормально пить. Поэтому вот такая вещь. Так, кстати, что мы закрываемся. Я сейчас еще, давай какого-нибудь вот такого, вот, смокинговый, да. Кто любит смокинговых, ставьте лайки. Иди, значит, показывай, как пить. Маньчжур, да, всеми любимый, а нет, феникс, все его называют фениксом. Вот такой вот феникс. Вот, прелестная птичка, да, красивая, ободранная старая птичка. Все, иди и тоже учи молодежь пить воду. То есть я думаю, что это сработает. Птица реально мерзнет. Посмотрите, что происходит. Сейчас надо быстро закрывать боковины. Эту штуку вовнутрь ставить нельзя, потому что они там начинают полоскаться. Поэтому, кто знает лучший способ научить их. Научить. Как вот научить, я не знаю. Птичка хорошая, прекрасная. Сейчас вот эти дни, которые... Куда ты? Ты так хотел сюда? Ой, бешеный. Ладно, иди. Вот. Кстати, по темпераменту, да, вот. Фараон все равно он такой бешеный. Я всегда не любил фараонов именно из-за своего темперамента, из-за своих придурств каких-то. Он тоже отличается. Значит, если надо 22-й день, опять же, выбирать птицу фараон или белый Техас, не Техас, а белый подмосковный гигант, я за московского подмосковного гиганта. Вес больше, пить научились, есть научились. Вот из этих кормушек также этот что-то там ковыряет. Но ему не хочется есть, потому что он хочет пить. Если он хочет пить, у него засуха, он не будет есть. Вот, кстати, вот тоже самое проблемное время, вот это вот, когда нет воды, обезвоживание, плюс не хочется есть, он тратит энергию на все про все. Такой момент, который ведет к маленькой остановке развития птички. То есть вот такое вот коротенькое видео, кому оно было интересно и полезно, пишите и ставьте лайки свои, пишите комментарии по поводу способов, как научить птицу пить из ниппеля, именно вот эту. Но я до сегодняшнего дня не имел таких проблем совершенно и не понимал этих вопросов. Так что извиняйте, кто писал, кто спрашивал, я сейчас реально, вот он, видите, смотрите. Вот он вылезает, ему уже некуда деться, вот он орет. Короче, закрываем. Все, закрываем. Всего доброго. До встречи на канале.